приходят друзья. Да. Круг общения как-то изменился после 5-го года? Или все те же люди, с которыми вы, там, как принято говорить, тусовались? Тусовались, жили, работали. Они продолжали, да, быть? Да, конечно, да. То есть никто не... Нет. Вот я вам поставила открыл. Максима Дунаевского фотографию. Mm-hmm, да, это человек, которому Коля обязан тем, что он освоил вокал, потому mm-hmm. что он орал, пел, а потом, значит, когда ему стали композиторы предлагать свои песни, он не очень обладал вокалом. И mm-hmm. вот этот человечек с выдержкой интеллигентного, породистого, такого, знаете, Дунаевского, как фамилию носящий, он и взялся его обучать. И он научил его дышать, mm-hmm. Произносить текст, понимаете, петь, выпевать. Mm-hmm. И в дальнейшем, когда мы уже играли Юнону, это был уже профи, понимаете. Mm-hmm. Это было, он действительно не выпевал это, а он говорил mm-hmm. музыкально. Mm-hmm. Говорил, он умел пользоваться своим голосом и вокалом, которым ему преподнесено было Дунаевским. А, извините, а вы поете? Журбин написал для нас специально с Колей песню, но, да, Коля, да, но Коля прослушал, когда с ним запели, он сказал: «Димка, знаешь что, давай лучше ты будешь просто играть на сцене». То есть я так пела на сцене, когда я же всех mm-hmm. проституток сыграла, понимаете, на сцене. А проститутка не может петь песен, она в движении и с вокалом, понимаете. Я же заманивала. Я любила всегда петь, танцевать и веселить. Поэтому это как бы мои роли. Когда мне, кстати, давали заслуженную артистку, мне сказали: вы знаете, вы сыграете какую-нибудь серьезную, у вас там колонисты, проститутка, значит, стиль, проститутка, значит, другая там проститутка. Какая-нибудь серьезная роль. И мне пришлось сыграть Марию Ильиничну Ульянову. Пришлось. Да, я попросила Олега Янковского, который играл Ленина, говорю: Олежек, может, все-таки как-то я введусь в вашу семью и сольюсь с вами в экстазе. Ну, я слилась с ними в экстазе, и после этого мне дали заслуженную артистку. У меня там была роль в Иванове, роль в Чайке серьезная, и вот, значит, Ульянова, понимаете? Так что это по поводу как бы вокала.